находимся на заготовительном участке производства, где происходит распиловка трубы. Пилится заготовка, нержавеющая труба и черная труба. Заготовки для производства шарика, шаровой пробки, патрубка корпуса. Ленточные пилы, которые используются на производстве, изготовлены инструментальным участком нашего производства. Распиловка трубы идет, устроена таким образом, что пилится труба в один ряд. Это нужно для того, чтобы пресс был качественным и не уходил инструмент. Кроме этого, контроль качества, который осуществляется мастером АТК, не позволяет уйти от геометрии порезки и в дальнейшем производстве, сделать качественную продукцию.